Здравствуйте, в эфире программа «Арт-код Шифр» для вас. Буду подбирать я, Анна Руда. В прошлой программе гродненский художник Игорь Кибиц заинтриговал нас своим новым арт-проектом под названием «Распродажа минус 50». Мы много о нем слышали, но так и не увидели. В этой программе раскрываем все тайны. Код к творчеству юбиляра подберем в нашем первом сюжете. На распродажу в минус 50 в честь юбилея гродненского художника Игоря Кибица заглянули ни много ни мало голливудские звезды Арни Шварценеггер, Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и рок-музыкант Мик Джаггер. Все они, Крепкий Орешек, Мистер Олимпия, Крутой Ковбой и Рокки, стоят в очереди. Составить звезд стоять в кассу пришло автору в голову во время дружеского разговора. Мы как-то с другом, в общем, сидели, пили кофе, и как-то зашел разговор про, что где-то на акции по скидкам он купил какой-то кофе, в общем. Ну и мы как-то, в общем, начали об этом говорить, и вдруг я говорю такую фразу: слушай, друг, ну, вообще не принято, когда ковбои в беседе какой-то говорят о скидках, о акциях, о чем-то каком-то. В общем, и вот как бы с этого, наверное, все и началось. И я потом подумал над этим, что действительно, как же так, вот если бы, допустим, герой Клинта Иствуда, какой-нибудь такой махровый ковбой, жующий сигару, вдруг рассказывал другу в таверне, как он где-то купил стирального порошка по дешевке. Выбранные персонажи размещены на картине не случайно и несут важную смысловую нагрузку. С одной стороны, они – стопроцентный мачо, с другой – банальные потребители с тележками в руках. Распродажа минус 50 вводит героя в состояние нервного возбуждения, требующего мгновенного удовлетворения желаний. Что такое настоящий мужчина, что такое мачо. И в настоящий момент теряется смысл брутальности, мужественности, когда мужчина перестает быть хозяином, отцом семейства, и когда в мужской компании собираются, ушли разговоры о каких-то важных смысловых значениях. Чаще всего рассказывают, сколько ты заработал, где ты купил, начинают хвалиться какими-то своими определенными статусными. И вот Игорь попытался показать вот эту вот тонкую грань, когда мужчина остается мужчина, и тогда, когда в мире все покупается. На самом деле все имеет свою цену, и среди героев мне больше всего нравится Мик Джаггер, который просто иронично посмеивается над теми персонажами, которые выстроились в очередь. Кибиц не читает своему зрителю нотации. Он смеется вместе с Миком Джаггером и точно знает, что свободен от штампов, навязанных обществом. Я не люблю слова «брутальный», «мачо» и как сейчас это модно там. Это я не хотел спеть гимн вот этим людям. Я считаю, что мужчина должен быть нормальным человеком, не ходить на охоту и в общем, иногда жарить котлеты и любить своих жен и детей. В общем. Потому что у матча, современные матчи, они как-то односторонне подходят к проблеме к этой. Я могу дать морду соседнему, а завтра, глядишь, и может и тебе перепасть. Арт-проект «Распродажа минус 50» – смелое жанровое решение с нестандартной композицией и художественным замыслом. Почему такие элементы мозаичные? Потому что мы знаем, что любая экспозиция супермаркета, она построена на так, чтобы привлечь внимание, и всегда очень грамотно выстроена и в цветовом решении, и в продуктовом решении. Поэтому Игорь воссоздал мозаику супермаркета, мозаику мира, мозаику характеров. И здесь немножечко у нас нарушается целостность композиции, как мы привыкли видеть в картинах, но зато это влияет на силу воздействия на экспрессию этой работы. Проект «Распродажа минус 50» стал ответом жесткой конфронтации с реальностью, управляемой потребительской политикой и экономикой. Все развивается в соответствии с законами рынка, и только нам самим принимать решение, погрязнуть в этом меркантильном мире или все же развиваться духовно. Услышав жестокий приговор учителя музыки «Таланта нет», Темперо Накамура не сдался. И сегодня он один из самых известных и востребованных исполнителей классической музыки. Недавно у гродненцев появилась счастливая возможность оценить его талант.
Код к творчеству японского музыканта подберем в нашем следующем сюжете. Восток. Загадочный и тонкий, такой далекий и непонятный. Раскрыть тайны японской души для гродненцев пробовал композитор и пианист Темпэй Накамура. Музыкант посещает наш город в дни фестиваля японской культуры «Японская осень» в Беларуси. Гродненский концерт – это часть большого европейского турне, в основу которого лег новый альбом пианиста «The Vortex». Концертная программа, которую музыкант представил на суд гродненской публики, состояла из произведений под романтичными названиями «Водный пейзаж Хёго», «Ичиго и Чи», «Слезы дракона», «Сюиты путешествия по Европе», «Мане» и другие. Музыка японского пианиста основана на вдохновении от различных музыкальных направлений – романтизма, импрессионизма, американской классики, джаза, рока, японской музыки, игр и аниме. Кроме того, в своих произведениях композитор также использует мотивы традиционной японской музыки. Моя музыка – это смесь многих жанров. Классика, поп-рок, прогрессивный рок, музыка для кино – все это вдохновляет творить и играть такую музыку, встречи и путешествия. Темпэй Накамура со своим гастрольным туром побывал во многих странах. В Беларуси музыкант во второй раз, а вот в Гродно – впервые. До начала своего концерта он успел прогуляться по городу. И прямо во время выступления, благодаря эмоциям, полученным от прогулки, у музыканта родилась пьеса, которую автор назвал «Колокола». Гродно – очень приятный город. На улицах спокойно и безопасно. Люди вокруг добрые и приятные. Только хорошие впечатления остались о Беларуси. И у гродненцев остались замечательные впечатления о японском музыканте. Его выступление – полный аншлаг. Темпэй Накамура поразил публику мастерством импровизации, филигранным владением инструмента и, конечно же, живыми яркими эмоциями. Макс Фрай в одном из своих произведений писал: «Чтение на самом деле – это разновидность дружбы, которая либо складывается, либо нет. Книги на самом деле редко чему-то учат, зато они дают подсказку, подставляют локоть, прикрывают спину, помогают дожить до лучших дней». А с какими книгами вам стоит подружиться, знает Зинаида Крылова. Здравствуйте! Как у вас с английским? Свободный? Если есть что совершенствовать, то нет, не учебник, порекомендую вам сегодня. А книги Агаты Кристи? Я совершенно серьезно. Чтение ее романов в оригинале – один из действенных и проверенных способов учить английский язык. В наше время, да, в наши дни, он используется активно в университетах Великобритании. Попробуйте и вы. Не оригинал, но отличный перевод. Лучших романов королевы-детективы предложу вашему вниманию сегодня. Произведение Агаты Кристи – эталон жанра. В мире опубликовано и продано более 2 миллиардов экземпляров ее книг, что делает ее своего рода рекордсменкой литературной популярности. В этом смысле с ней могут соперничать, пожалуй, тиражи Библии и произведений Шекспира. А секрет такой востребованности, на мой взгляд, прост. Первое – это неординарный и захватывающий сюжет. Второе – любой человек, любой,
из списка Forbes или слесарь радиоволны, космонавт, балерина или учитель, принцесса настоящая или Иван, родства не помнящий, любой может опознать себя в героях ее книг. И третье. Экономия на описаниях. Скупость даже, я бы сказала, что позволяет включить наше с вами читательское воображение, и вот мы уже в нашем собственном детективе и не можем оторваться от книги. Читая романы Агаты Кристи, вполне допускаешь мысль о том, что как на соседней улице, так и, например, в Австралии такое вполне могло произойти. Ее книги универсальны. Для меня вот таким вот крючком привлекательности является тот факт, что для разгадки тайны в ее романах не требуется никакой технической экспертизы, лишь маленькие серые клеточки. И знаете, давайте не будем спорить, литература это детектив или нет, не стоит. Мы все хотя бы раз в жизни дочитали детектив. И мы будем продолжать делать это, потому что мы хотим быть причастными, хотим играть в игру, предложенную автором. В конце концов, разгадать тайну. Вот в этом томе знаменитое расследование «Мисс Марпл» — четыре самых известных романа Агаты Кристи. Четыре знаменитых, четыре шанса эту самую тайну разгадать. Объявлено убийство в 4:50 с вокзала Паддингтон, зернышки в кармане и в трещинах зеркальный круг. Почитайте, проверьте свою проницательность. А мисс Марпл, ну, кто такая мисс Марпл? Я думаю, вы знаете, с виду старушка, божий одуванчик с вечным вязанием в руках. А на деле истинная леди с остальным характером и великолепным аналитическим умом. Вот как о ней говорит сама Агата Кристи. Не буду утверждать, что мисс Марпл точный портрет моей бабушки, но у них много общего. И хотя моя была приветливым существом, она всегда жила в ожидании самого худшего от людей и событий. Характерно, что эти ее опасения со зловещей точностью чаще всего оправдывались. А все потому, что от любого человека можно ожидать чего угодно. Таково свойство человеческой натуры. Знаменитое расследование «Мисс Марпл» в одном томе. Почитайте. И минорный ноябрь вы просто не заметите. И, как всегда, напоследок цитата. Все интеллигентные люди, на которых она могла положиться, слишком заняты важной работой, а их свободное время обычно распланировано на много дней вперед. От несмышленых людей, у которых, как правило, времени достаточно, по мнению мисс Марпл, мало толку. Читайте и помните, слова создают миры. До встречи! «18 ноября на сцене драматического театра состоится спектакль «Незаконное вторжение». Вечерний Париж, квартира в респектабельном районе. Две обеспеченные дамы почтенного возраста возвращаются домой с курорта. Открывают дверь и, о боже, попадают на вечеринку с симпатичным арабом, сексуальной полькой и отзывчивым португальцем. Обнаружить все это в своей квартире добропорядочные француженки никак не ожидали. Конфликт поколений, расовая дискриминация, развязка удивит всех, даже самих героев. 19 ноября на сцене драматического театра состоится праздничный спектакль «Наши 90-е», посвященный юбилею театра юмора «Кан-Кан». По этому случаю коллектив приготовил новый эстрадный спектакль, в котором можно будет увидеть много новых миниатюр, услышать интересные истории и, конечно, посмеяться от души. 20 ноября зрители драматического театра увидят спектакль «Шинель». Маленький человек – это Акакий Акакевич, чья служба состоит в переписывании бумаг. Исполняет он ее с любовью, и даже придя со службы и наскоро похлебав щей своих, вынимает баночку с чернилами и переписывает бумаги, принесенные на дом. А если таковых нет, то нарочно снимает для себя копию с какого-нибудь документа с замысловатым адресом. Развлечений, услады приятельства для него не существует.
существует. Написавшись всласть, он ложится спать, с улыбкой предвкушая завтрашнее переписывание. 21 ноября на сцене драматического театра спектакль театрального проекта «Comedy Art» «Любовница моего мужа». 21 ноября на сцене музыкального колледжа пройдет концерт Тимура Сергеени, посвященный 40-летию творческой деятельности, программе произведения Ганеса Брамса и Ференца Листа. 22 ноября в Театре кукол состоится гала-опера, концерт с участием ведущих солистов Большого театра Беларуси и камерного оркестра Гродненской капеллы под управлением Владимира Бормотова. 23 и 24 ноября на сцене драматического театра пройдет фестиваль классической музыки «Тизинг-хаус 2016». Выступят Арсений Чубачин – виолончель, Артур Назиулин – кларнет и Кирилл Кедук – фортепиано. Продолжается праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно». С концертами в нашем городе выступят выдающиеся мастера органного искусства из Беларуси, Польши, России, США, Израиля, Германии, Японии и Италии. Международный праздник органной музыки проходит в третий раз. Органисты исполняют произведения на уникальном в своем роде, единственном не только в Беларуси, но и на территории СНГ, органе «Магнус Силезия Рояль», установленном в концертном зале музыкального колледжа. 24 ноября с заключительным концертом выступит органист из Италии Эудженио Мария Фаджиани. В городском выставочном зале продолжается выставка Сергея Кирков «В поисках равновесия». Работы художника вписываются в художественное направление абстрактного искусства, понимаемое в самом широком смысле. Здесь можно уловить идеи экспрессионизма и фовизма, ташизма и информального искусства. Главным в работах является не ассоциация с конкретными реалиями, а создание особого мира, который воплощает внутреннюю жизнь художника и увлекает зрителей в глубины его души. Искусство Сергея Кирко абсолютизирует свободу творческого процесса и внутреннюю свободу человека вообще. Полотна этого художника доставляют эстетическое удовольствие, поскольку насыщены искрящимся цветом и светом. Павел Костусик – молодой художник, который раскрывает вечные темы искусства средствами современной живописи. В Гродно минский автор представил очередную персональную выставку под названием «Locus Theologicus». Простые формы, круги, превалирующие на полотнах и даже на полу галереи, есть не что иное, как поиск ответа на вопрос, когда же реальность переходит в метафизику. На полотнах Павла Костусика нельзя найти технического единства. Здесь работы, написанные маслом и литографией, новые техники. В графику Павла Костусика нужно внимательно и неспешно вглядываться. И, возможно, вы даже потеряетесь во времени и пространстве. Продолжается выставка Павла Татарникова «Реха». В галерее можно увидеть панорамы старинных городов – Гродно, Лида, Волковыск, Слуцк, Брест, Варшава и другие. Это не научная, а художественная реконструкция, но все же есть в картинах и большая доля исследовательской работы. Каждый из предметов, изображенных на полотне, детально прорисован, а охровые цвета создают впечатление, что перед зрителем аутентичные исторические портреты, что помогает глубже погрузиться в историю Беларуси. Единственное, что стоит делать со временем, это тянуть его всеми доступными способами. Время – это и есть сама жизнь. Инвестируйте свое время в прекрасное. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.